Джефф Монсон, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, уже во второй раз в столице Поморья. 2 года назад он приезжал к нам в гости и дал мастер-классы в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. My dream, I've been given so much in life by a lot of professors, a lot of athletes, and I want to give back to the children. And my dream is to come to Russia and give back to the children. So, его мечта в России передать свои знания. Он обладает таким багажом знаний, который просто необходимо передать новому поколению. Джефф продемонстрировал ребятам новые приемы, которые они с радостью повторили. Мальчишки надеются, что снеговик вернется в Архангельск еще не раз. А хотели бы, чтобы он еще раз приехал? Да! Однако повод для приезда в Архангельск у Джеффа отнюдь не спортивный. Чемпион активно интересуется вопросами экологии арктических территорий. К нам он приехал обсудить проблему переработки мусора. Но никак не смог отказать себе встретиться с юными любителями борьбы, которых в Архангельске с каждым годом становится все больше. И мы сегодня понимаем, что Джеффу Монсону интересно ездить по регионам России. И Архангельск как один из городов, где развивается сегодня спортивная борьба, смешанное единоборство. И сегодня у нас каждым годом все больше и больше молодых ребят, юношей стараются связывать свою жизнь со спортом. Джефф мечтает передавать свой опыт северным борцам и дальше. Возможно, в ближайшем будущем в Архангельске откроется его собственная школа борьбы. Наталья Пулина, Денис Линчевский, регион 29.